Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Республики. Этот праздник для нас как символ мира, согласия и единства всего чувашского народа и многих других народов, живущих в современной Чувашии. Жизнь республики – это основа нашей жизни. История республики соткана из личных судеб наших предков и продолжается в жизни каждого человека и его семьи. Трудолюбие и гостеприимство, добродушие и скромность – эти качества чувашского народа во все времена ценились его гостями и соседями. В них таится огромная созидательная энергия, помножив которую на бережное отношение к людям и к ресурсам нашей богатейшей земли, добьемся общего процветания. От всего коллектива общества «Ролематика» желаем вам добра, здоровья, мира и достатка. С праздником, дорогие друзья!